Сейчас всех снесет здесь. В четверг в Саранске загорелась недействующая градирня на ТЭЦ-2. Факел с 9-этажный дом был заметен из разных частей города, и пользователи социальных сетей стали активно делиться кадрами крупного пожара. По данным МЧС, сигнал о возгорании поступил к ним в 15 часов 47 минут. Причем не от работников ТЭЦ, а от других пожарных, которые ехали тушить горящий автобус. Когда к месту направили все основные силы пожарно-спасательного гарнизона Саранска, площадь горения составляла порядка 100 квадратных метров. Там что хоть такое, газ, коренас, что такое творится? Градирня – это устройство для охлаждения большого количества воды атмосферным воздухом. В ее конструкции почти нет горючих материалов, за исключением утеплителя. По версии МЧС, сильное пламя образовалось при его сгорании, а сама градирня стала огромной печной трубой. К счастью, никто из людей не пострадал. Получить оперативные комментарии от представителя Саранской ТЭЦ-2 не получилось. Руководство категорически запретило ему общаться с журналистами. Но в МЧС заявили, что причиной возгорания на резервном объекте могло стать нарушение пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. В ходе проведения ремонтных сварочных работ по какой-то причине произошло возгорание пластиковых изделий, которые были в этой градирне, и огонь распространился по этому строению. Локализовать открытое горение и ликвидировать пожар удалось только через час. Как говорят в МЧС, на работу теплоэлектроцентрали пожар не повлиял. Екатерина Шокурова, Игорь Гангаев, программа «Происшествия».